Итак, всем привет. Я уже на стояночке, уже немного насобирала, немного дровишек, ну, маленьких. Вот. Я всегда беру пакет и собираю в пакет, чтобы мне удобнее было, видите? Вот, насобирала. Так, что у меня в рюкзаке? Как раз, смотрите, Маккенли 0,5. Для бутылка для воды, и можно даже кипяченый, в общем, классная штука. 0,750 миллиграмм термос с горячей водой. Сосиски сейчас буду жарить. Мой нож кузнечный, который прикупила себе. И свечи. Посмотрела одно видео у канадского охотника. Он поджигает костер свечой. Так, печенье. Хлеб черный. Вот. Сюда буду сосиски потом поставлю. Так, и вот такой небольшой шампур. Вот, вот и все. Ну и плюс зажигалка, сидушка. Еще один там у меня нож складной есть. Бер. Забыла. Кто надо было. Так, и вот уже подготовила маленький костерчик. Так, ну что ж, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А с вами была Багира Ив. До новых встреч, до новых видео. Всем удачи, пока-пока.